Друзья, в продажу поступил Toyota Land Cruiser 100 2006 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 4,7 литра мощностью 235 лошадиных сил. В паре с этим двигателем стоит автомат, сам автомобиль на полном приводе. Машина вся в заводском окрасе, без ДТП, полный комплект ключей, сигнализация. Очень хорошая комплектация, противотуманные фары, омыватель фар, литые диски Toyota. Переднее кресло на электроприводе. У задних пассажиров свое управление мультимедией. Три ряда сидений. Без третьего ряда большой вместительный багажник. Также у задних пассажиров имеется свой подлокотник. И, соответственно, третий ряд. Все четыре сектора электроподъемника, все автоматические. Память водительского сидения имеется. Само водительское сидение на электроприводе также. Электроскладывание и регулировка фар. Коррекция фар. Мультируль. Установлена нештатная мультимедиа сенсорная. Климат-контроль. Подогрев заднего стекла, зеркал, подогрев передних сидений. Сама машина с люком. Белый кожаный салон приятный. Приезжайте, смотрите, забирайте.